Всем доброго времени суток, кто и когда смотрит. Надеюсь, меня тут слышно. Едем на Карпатцы навозик погрузить. Пришло это время. Осень. Сегодня у нас уже 4 сентября было. Вот, надо пшеницу уже пахать. Точнее, под пшеницу запахать, что можно было. Но вывести навоз сначала надо. Чтобы зимой кидать не было. Вот, когда коровы в хлев зайдут. Так что едем грузиться. Быстро не проехать, копать. Скачет по асфальту. Вот. Как-то так. Весело. А, еще и шумно, не только весело. Радио сюда бы поставить, но ничего не слышно было бы. Кружит, гудит, как это. Так что будем на месте. Немножко свинемухи поснимаем. Запечатлеть. Это веселый процесс. We'll be right back.
друзья. Два регруза уже поехало. Начали грузить. Там Смук уже поснимал тоже. С мини-муки. Езжай фантомчик. Фантомчик. Все путай с фантомчиком. Езжай мини. Так, езжай. Езжай мини 2, если быть точнее. Вот такой маленький чудо. Вот, снимаем на такой сейчас пока. Ну, дома стоит, пока ожидает своего часа, как говорится, полетать. И вот этот DJI Phantom 3 уже как бы счет, тоже классная штука. Классная игрушечка, вот так лучше называть. Дело свое делает. Вот, снимаем. Снимаем, нюхаем и кайфуем, так сказать. Сельский человек поймет, о чем я. Ну, городскому, кто в городе живет, ну, трудно объяснить этот аромат, передаваемый навозом, который уже полежал и перегнил малеха, еще свежего появляется, ну, есть там даже не догнило, не перегнило. О, так что... Все бонусы на селе. Так что такие дела. Это вам, как говорится, не в городе по асфальту ходить и по тротуарам. Это о, по говну топать. Самому смешно, ну, так и есть. А там еще булькнем вот туда, в эту яму. Надеюсь, Карпати сам выползет. Не надо будет за трассом идти. Ну, в принципе, вот что у нас остались. Это так кучка. Раз, два, три, четыре, пять. На, пять куч, в принципе. Ну и это что есть, есть. О, ну хорошо, что же еще ни солома, ни сено силосом, что навоз вышло, уже перегнило. Довольно плотненько прицеп набить можно. Эхо, сейчас Жоник должен еще раз приехать уже. В принципе, давно уже уехал он. Будем грузить. Надеюсь, дождя не будет. В прогнозах у нас сегодня опять дожди. Там вон все синее вдалеке. Вот. Если будет дождь, ладно, грузить-то смогу, но муха уже малая не полетает. Вот. Ох, какой ручей. Немножко навозом дамба получилась. С той стороны эти дожди сколько, 2-3 недели лили. Хорошие дожди. Воде деться некуда. Там, видно, не могла протечь. Сейчас его ручей, сейчас будем плавать. Вот, может, надо было оттуда первый убирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, не впервые по болоту кататься. Здесь нету, на ощупь работал, дудочка имеется, а дворника нету. Ну вот, последняя маленькая кучка, ну, маленький прицепчик. Этот Роу 6 влезет и все, поедем кучу раскидывать, чтобы на поле Джоник навозил. We'll be right back.
4, 5, ну 2 уже почти кучки расписались, в принципе, еще 3 кучки остаются, и в принципе, может, с навозом будет прям